Акция «Подвези ветерана» проводится в Кандалакше уже четвертый год подряд. Инициаторами выступают волонтеры Корпуса Победа, специалисты Центра «Гармония». Поддержку им оказывают службы такси. Это неизменно «Такси Альянс» и 122. В период с 4 по 9 мая компании-перевозчики будут бесплатно оказывать услуги такси ветеранам Великой Отечественной войны. Номера, по которым можно вызвать бесплатное такси: 8-921-179-88-64 и 8-921-286-400. Эти номера вы видите сейчас на своих экранах.